Мы это не сделаем никогда. Ну, это имеется в виду угловая клетка H1, H8, вот это? Нет, с крайдовский, например, с H6. А, с любой клетки, да? С H8, понятно, что это никогда не произойдет. Вообще, мы можем 7 часов играть, этого не будет. С H6 больше шансов, но все равно. Кидай вызов. Камбэк чуть-чуть попозже. Чуть-чуть, боюсь, затянется, потому что этот мат будем ставить годами. Да, вот как только мы поставим этот мат. Если бы сопернику, мы запретили бы сопернику сдаваться, все было бы намного проще, но они же будут сдаваться. Не, нужно как-то так вот, помнишь, как мы это делали, там, время? Да, да. Я не имел в виду сдаваться настолько быстро. Ты понимаешь, мы страшны, но... Помнится, мы какому-то даже 2700 поставили мат на заказ, да? Он бился. Опять этот, да? Не, ну он сейчас просто не даст, Роман. С первой и восьмой линии тоже можно. Он спрашивает, говорит. А, мы играем с Катомчином, что ли? Да, да, да. Замечательно. Чего ж ты не сказал раньше, я прервал бы. Хотя, может, он нам подыграет. Не боюсь, что уже с чёрным настолько мат, что... Да, без пешки. Без двух. Без двух. Куни 5, может, какой-то есть, не знаю. Ты отдал коня, отдал, как ты мог? Ты чем вообще руководствовался? Не, ну я руководствовался тем, что всё равно ничего не получится против Романа. То есть нам нужно поставить какую-то коробочку? Короля загнать, и чтобы конь туда пришел. Это... Для этого партии у нас есть маленький шанс, кстати. А в чем идея? Шах конем дать. Откуда? Отсюда пока. Потом посмотрим. Нет. Ты больше ничего не посмотришь. А нет, стоп, мы будем пешку проводить. Не понял того. Он уже подумал, что он его побил. Не, нам все-таки хотят подыграть, у меня такое ощущение. Не, если нам подыграть, это будет не совсем солидно. Я согласен. Брайан, если нам будет откровенно подыгрывать. Откуда здесь мат надо дать? Со 6 тут мат. Ну вот, но... Ну ладно, сыграем нас на настоящую партию. Спасибо, конечно, Роману за помощь. Да. Но мы будем играть в настоящую партию. Не, ну это понятно. Привет. Жириновский, ну. О, Владимир Владимирович, или как он назвал? Да что такое, он сейчас бы 5 коня этого будет менять. Ладно, у нас есть второе, это главное. Он говорит, я не подыгрывал. Да, ну, не знаю. Ход король b8 выглядел очень подставляющийся, да, как будто 6. Минус конь. Обидно. Может, нам дозрел спасибо. Хорошо. Нет, не хочу. Какое-то эхо. Ты снимала уши? Что? Тебя говорят на фоне или это я да, говорю? Да, 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 у меня на фоне. Что, ладно. Ну. Знаешь, мы не можем сейчас дать мат по центру, потому что мы должны дать мат с краю. И у нас остался один конь. Слона 3. Как вот его здесь давать? На что надеются американцы, которые заходят к нам? Стоп, пенальти было? Блин. Я надеюсь, его не мой парень бил. Слушай, ну били швейцарца. Ну, я надеюсь, что это был не мой парень. Они не забили, я так понимаю, да? Да-да, сейчас повтор покажут, подожди. Да, а нет, это штрафной. Ой, слушай, там вратарь в порядке. Бил, кстати, Родригес, Петя. Не, ну штрафной это не страшно, не забить. Так. Я, в общем, я дал мат, но не конем.
Так коня нет просто, да? Да, потому что я почему с дура решил его пожертвовать, смотри. Зачем? Не знаю. Я увидел, что это очень сильный ход, я просто забыл о том, что его нельзя отдавать. Так, ладно. Еще раз с ним? Да давай, давай. Да, он играет дома-то, обрати внимание, он не сдался. Может, это наш шанс. Давай подумаем, что в дебюте сыграть. Где не меняют коней? D5. Там их меняют. Их везде меняют вообще. То есть ты понимаешь, что нам нельзя быстро выигрывать? Почему? Надо выиграть так, чтобы конем замотовать с края доски, это все. Ну это, Платон, это в принципе должно быть легко понятно по комментариям, но пока мало информации. Я тоже так думаю, но... А одного коня уже нет, да? Угу. Вероломно покушается на второго. Слушай, это гораздо тяжелее, чем дать четвертый мат, обрати внимание. Не, конечно, тяжелее, чем дать четвертый мат, но мы как-то дали мат рокировки, или чем мы там дали мат, я не помню уже. Поэтому это не... Понятно. Очень вилку на коня и на ферзя сделал. Что делать вообще? Отходи. Конь D7. Или сюда, тут H3. Или F3, F3, наверное. F3 вообще ни о чем, мы можем на H2 взять. Да, конем, но... Вон какие-то ребята подошли. Сколько, кстати, народу, мне просто интересно. 53, нормально. Именно, он именно вероломно все меняет, как ты сказал, по-другому и не назовешь. Как выглядит? Как здесь конем мотовать? Нужно ферзя проводить? Ну да, нужно просто материал объедать. Короче, какие-то чуваки начали писать всякую хрень в комментариях. Чего вообще забывают люди на... Ты меня понял. Король C8. D5. Почему же не D5? D4, он может конь D4 пойти. Какое облегчение. Ты еще думаешь, что там... Может, конь G3? Пока. Поляки с швейцарцами. Артем, короче, уже забанил там. Артем? Очень быстро. Так, ладно, думай, как здесь можно нарисовать этот мат. В принципе, это не новость. Сейчас о политике говорят везде. Даже в шахматных стримах. Нас перекатывают потихоньку. С этим конем. Как его, я вообще просто даже сетки матываю, это не вижу. Да ты чё? А я думаю, что вижу. В чём идея? Да ни в чём, играем, выигрываем, проводим 5 ферзей и загоняем ферзями под коня. Шер в перекладину попал. Кто? Шер. Издевайтесь, что ли? Ну там уже 778-я, и он, и они все туда побежали, там уже без обороны. Ну, поляк сейчас второй воткнут и все. Погоди. Это поляки могут хоть 5 штыкать, не все равно. Ты
коробочку пытаешься сплести какую-то. А, есть одна коробочка, смотри. Ладья в 4. Представь, ладья... Представь, ладья в 4, ладья в 2, куня в 5. Ну да. Так, ладья же 3. Ну, это не дает особых шансов. Нет. Сейчас, может, шанс будет. А шанс, он что, 25 секунд. Вот тут поправка. Превращенным конем тоже можно. Да это очень поможет в этой позиции. Нет. Отлично. Да, ну тут нам едва ли так времени хватит просто, чтобы начать сооружать эту конструкцию. Может, сдастся? Нет, это, не, он точно не сдастся, это понятно как раз, но... Сейчас у него наступит цинкфанг. Вообще выиграть. Как тут выиграть, не отдав коня, я не пойму. Ну вот, ладно, вот такой есть суд. Добавь минут. Так, как он должен замотовать теперь? Пока. Привет. Привет, дуэт. Привет. Думай. Нужно отрезать по первой. Сейчас ферзя ставишь, отрезаешь по какой-нибудь из гэти. Где должен стоять этот придурочный? Отрезать надо. Вот на загони... Ух. Нет. Ладно, другой есть. А у тебя автоферзь. Я не успею. А у тебя автоферзь. Обидно. Вообще не успею даже выиграть. Слушай, с ним есть шанс. Давай. Он не сдается. Тем более он видел, что мы уронили флаг в выигранной позиции. Потому что фигней страдали. Это наш шанс, ты не думаешь? Пешка F так не ходит. Коней не видно, самое главное. Да, дуэт тоже приветствует всех новых зрителей. Старых новых зрителей. Да, сколько уже вообще... Почему тебя не показывают, кстати? Я не знаю, почему ты пропал эта штука. Почему они все хотят съесть коней? Что за... Живодеры. Посмотри, да. Вероломно. Слушай, все, минус один. Так, если он побил, второй конь будет на D2 стоять. Никуда не пойдет. Подходящего момента. На D2 будет тяжело достать. Сними автоферзя, говорят. Ну ладно. Да, это, кстати, правильно. Швейцария 1-1. Шерри, я надеюсь, забил. Шакири. Okay. Слышишь, у меня радуется. А, серьезно. Кричат твои ребята, да? Да. Слушай, я тебе мог не говорить, в принципе. Ты что ты делал? Че, тебе придется спешку проводить коня? На, кстати, точно. Нормально. Эх, он такой он забил. Да-да. Вот. Наш зритель тоже пишет, что... Что... Хороший гол. Ну, ладно, от Шахири хоть какая-то польза, потому что он совершенно бесполезен обычно. Он финтит тупо. Он через себя забил. Толка. Он через себя забил 20 метров. Ладно, тебе пора Шеру забивать. А, слушай, дополнительное время, это мой шанс. Почему? Он может дополнительно забить. Нет. Не, Голтова не руга этого, угамщика. Ты чё? Так, черт, я слишком быстро это сделал. Как пешка? Может удаться. Нет, он борется. Остается. Отлично. Осталось пешку. Пешка H должна пройти в ферзи. Я специально взял, потому что надо создать иллюзию. Иллюзия тупости. Кстати, ферзь 7 был. Удар. Там где-то. Не было. Неважно. Тоже если был. Так, как пешки теперь не проводили? Сейчас на Е6 отдам ферзь. Чем? Ну, чтобы создать иллюзию тупости опять. И, наверное, такой гол заказали. Это...
Дорогостоящее мероприятие, я думаю, такой гол заказать. Ты наш 7 съешь. Да, и нужно ферзя за ладью отдать. Съешь наш 7 и пешка ферзя. Может, вот опять вот ладью, но мы ее не будем брать, да? После ферзя 8? Да, большой искрен сдастся после этого. Надо играть очень плохо. Пока у меня получается. Не, видишь, он до конца бьется. Надо ферзя отдать. Ферзя за ладью как-то. Как, ты знаешь, как это сделать? Пока нет. Я знаю, как поставить мат. Очень быстро и очень легко. Но... Мат в 2. В 3. Так. Давай думать. Ну, ты сначала коня поставь, а там будем думать. Может, да, собственно. И сдастся, он будет играть. У меня психология победителя. Я вот этот фильм никогда не сдаваться в шахматы. Да. А это Жириновский, ты знаешь, либерал. ЛДПРовец. Так, а если он возьмет этого коня? Напрямую сейчас. Возьмет другого прыгнем, в чем проблема-то? Точно! У нас есть еще один. Гениально! Я задумался. Все, вот он в коробке. Он натует с поля А7. Да, одно поле А7. Или H7. Погоди, нам нужно пройти королем на А7, поставить коня на. На А8, поставить коня на А7, да? Да-да-да. И ферзя на Е7. По-моему, это очень легко, да? Все, убежали. Там шахов не будет теперь. Видишь, сколько нам надо полей пройти с этим конем? Друзья проведут за это время. Кстати, вот успевается. Откуда он дает мат? С боковой клетки. Да, нам надо как раз на А7 попасть. Как туда попасть? Вот сейчас дали. Ну там мат хочет сплести, что ли? На 7 мы попадаем в поле C6. Будет играть? Нет, это... Как его убрать, блин, отсюда? Гони как-нибудь. Как, блин, поту всегда стоит? Ферзь F8, это мат, да. Нет, пешку введи, ферзя еще одного. Вот. А, вот так вот, по чуть-чуть. Все, тебе на C6 надо привезти. 2 конь C6, B1, конь A7. Хорошо. Вот он, мат. Конем. Ну, да. Это заслуги. Рыба моей мечты. Ладно, я пойду. Торванусь никотинчику. Да, где поздравления, не пойму. Где? Тут музыка должна играть сейчас. Бабки в шапку, гони монету. Так. Не, ну, симпатично. Как все так совпало еще, да? Не, ну хорошо же, я придумал короля на А8 повезти. Это было ключевое решение. Иначе тяжело подать. Согласен.